Сейчас включу, да. Привет, привет. Что там? Как тыкнули, так тыкнули. Да. Ну что? Откуда будете? А можно дальше? Дальше. Это обязательный вопрос или это зачем такие вопросы? Нет, точно. Человек может быть сегодня здесь, завтра там. Хрен его знает, откуда я сейчас. Не, мы просто общаемся на самом деле. Кто, откуда нас там, откуда разговор на самом деле. Да мне, кто ты? Больше не, интересно, ну, чем откуда ты. Знаешь, кто ты? На самом деле, выступил. Волнует больше, кто ты, а не откуда. А? Говорю, меня больше волнует просто, кто ты такой, чем откуда ты. Ну, слушайте, я тоже, на самом деле, определенное время, на самом деле, под Житомиром сам жил. Под Житомиром стрелял? Воевал? А? Воевал? Под Житомиром. Какой нахер воевал? Слушайте, я жил, на самом деле, под Житомиром. На самом деле. Я еще маленький, на самом деле, был. Это было очень давно, на самом деле. Еще до 90, на самом деле, годов. Ну, видишь, был, да, сейчас совсем в другом месте, правильно? Я знаю прекрасно, на самом деле. Я сколько, на самом деле, раз уже ездил, на самом деле. Я считаю, на самом деле, это моей, на самом деле, маленькой родиной. Украины, на самом деле. Поэтому я знаю, что такое, на самом деле, Житомир. Я знаю, на самом деле, к родине такое, надо относиться хорошо, правильно? К родине надо относиться хорошо. Что? Я говорю, к родине относиться надо хорошо. Правильно? Ну, что значит, к родине надо относиться хорошо? Ну, хорошо относиться какой, к предкам. Какой родине? Ну, где у тебя родина? Родина, там твой дом. Сегодня он здесь, завтра там, правильно? Как у цыган. Как у хохлова, блядь. Че ты такой дурной, скажи? Нормальный можно поговорить? Или ты надо специально поругаться? У хохлов то же самое, на самом деле, блин. Где хорошо, на самом деле, там есть, на самом деле, хорошо. А что я что-то, на самом деле, про плохого сказал, на самом деле, что? Ты знаешь, что люди все, по сути, все одинаковые люди. Вам не понравилось слово хохол? Не нравится мне такое слово. Не нравится. Слово хохол? Да, хохол, кацап. Кацап. Не, я скажу кацап. Москалев нравится. Не, не нравится. Кацап. Нравится тебе? Кацап. Кацап? Кацап. О, ну хоть одного, на самом деле, первый раз, на самом деле, услышал человек, который, на самом деле, говорит, на самом деле, кацап. Кацап. А все остальные, на самом деле, москаль. Долбоёбы, блядь, полнейшие, на самом деле. Даже не понимает, на самом деле, что такое, на самом деле. Придурок, блин. А загрузить вообще интересно. Симпатичная девочка. Ты о чем разговариваешь у рулетки? Какие у тебя темы? Да. Так. Поехали дальше. Привет. У вас, конечно, анимация, конечно, просто шикарная. Вот, ну, честно скажу, была. Нравится? Ну, круто. Ну, спасибо. Тут я ничего не скажу. Ну, очень круто. Черно-белое, шикарно. Я Владимир, вас как? Владимир. Тоже Владимир? Да. Ну, тезки. Угу. Да, сейчас Владимира много. И Путин, и Зеленский Владимир, и Жириновский Владимир, и, блин, как куда ни плюнь, все Владимиры. Что поделать? Да. Владеем миром. А зачем? А бессмысленно, 100%. Да. 100%. Да. Это что, чтобы почувствовать власть какую-то? Зачем? А зачем она? Зачем живем? Нет, зачем власть? Смысл ее? Ну, мучить людей. Власть задана, чтобы кого-то мучить. Да? Я так понимаю. Ограничивать свободы, диктовать свои идеи, чтобы кто-то исполнял. А это такая в этом мире. А власть, на самом деле, для того, чтобы служить людям. Да. Тебе дана власть,
чтобы что? Я думаю, что понятие власти вообще в принципе бессмысленно. Не, власть должна быть присутствовать. Здесь власть Божья, знаешь, Бог, сотворивший небо и землю. Ну, как бы он безвластен. Говорит, где он? Где он? Нету Божьей власти. Божьей власти нет. Нету? Нету Божьей власти. Почему? Есть Божий выбор. Я тебя плохо слышу. Есть. Ну, потому что Бог весь не... Есть Божий выбор. Выбор? Конечно. Какая власть? Бог не дает власти. Бог дает выбор только. А в чем выбор? Подожди, выбора-то нету. Какой выбор? Во всем. Ну, какой? Каждый по твоему поступку это выбор. С чего? А Боженька смотрит. А Бог смотрит. Ну, а если правда, бы это да. было 5 вселенных, там, 10 разных, там, раев. Выбора-то нет. Мы же в одной вселенной. Нет, есть данность бытия, данность. А какая есть? Другого нету. Поэтому выбора нету. Ты просто или соглашаешься и живешь, или сдохнешь и умрешь. И все. Нет, не согласен. Почему? Я считаю, что ты либо соглашаешь своей душе и предаешь свою душу, либо живешь честно. И все. Душа, она имеет понятие развития. Она сегодня, она всегда такая, ну, она летает, не знает, чем определиться, чем заняться. То сегодня одно, завтра другое. Сегодня желания исполнились, а завтра они уже неинтересны. Не у правоверных, да? Согласен. Но почему-то неправоверные постоянно перед смертью думают о Боге. А что значит правоверные? Что-то не могу понять. Это которые веруют постоянно. А, верующие. Веруют. Шо? Не верующие, а веруют. А зачем? Веруют, это значит преданный Богу. А ты правоверный? Конечно, я верую в Бога. Я знаю, что на смертном одре, или мне будет когда плохо, я буду молить Бога о пощаде. 100%. А вот люди, которые говорят, допустим, а люди, многие люди, как говорят, да ладно там Бог, там что такое? А потом, когда жопа горит, они начинают говорить, они начинают молиться. И все. Вот есть правоверно, а есть неправоверно. А если ты будешь молиться, и Бог так и не ответит, скажет, там в баню. Не хочу. А я не считаю, что дело в мольбе. Дело в честности, души. Честности. А зачем так жить, чтобы потом честно признаваться, что ты негодяй? Прости меня, Господи. Нет, дело в честности души. Жить не нужно и быть негодяем. Нужно быть хорошим человеком. Не нужно извиняться. Ты интересно, ты хороший человек? Я надеюсь, что буду хорошим человеком. А, не, сейчас. Будешь, то это еще неизвестно. Может, и не будешь. А сейчас ты хороший человек. Я надеюсь, что я хороший человек. Надеюсь. Это как оценивать. Понимаешь, если сам себя человек оценит, он, наверное, красавчик. А если его оценит, например, какой-то, ну, как тебе сказать, кардиолог скажет, а у тебя сердечко шалит, знаешь. А... Оцени тебя офтальмолог, скажет, тебе зрение не 100%. И что? Ну, еще другой тебя оценит, скажет, ты совсем нехороший человек. Я не могу этого понять. А в чем смысл оценки? А кто оценит? Врачи? Да. Достоинство твое кто оценит? Вот твое достоинство кто оценит? Ну, какие достоинства? Ну, у тебя есть достоинство твое? Однозначно у меня есть свои достоинства. О. Однозначно. Да. Но мы эти достоинства... Их оценит наши достоинства только один человек. И Бог. Бог. 100%. А почему нет? Смотри, у тебя жена есть? Конечно. Вот, она же тебя как-то оценила, она отдалась тебе, потому что посчитала тебя достойным себя. Она же тоже тебя оценила. Она может, кстати, и недооценить. А, о. Люди могут переоценить или недооценить. Правильно? Или пере, или не да. 100%. Да. 100%. Но только она будет перед Богом отвечать в своей смысле, а я буду перед Богом отвечать в своем смысле. Вы понимаете смысл? Она будет отвечать перед Богом за те поступки, которые она совершила. А я буду перед Богом отвечать за те поступки, которые я совершил. А ты будешь отвечать и за себя, и за нее. Я тебя обрадую. Нет, ни в коем случае. Да. Ты же взял ее замуж, или ты живешь так? Если... Ты живешь с ней по росписи? Или замужем она? Согласен. Вот. Если она замужем, значит, ты ее отвечаешь за нее. Ты. Вы говорите все правильно. Да. Если я, как мужчина, да. не смогу ее оберечь и не сделать ее счастливой, я буду отвечать перед Богом.
Ты в любом случае будешь отвечать. Если я делаю что плохое для нее, я буду отвечать перед Богом 100%. В любом случае будешь отвечать. Я отвечать. Но каждому человеку своя судьба. Это 100%. Судьба, такие громкие слова. Что такое судьба? Вы знаете, я вам так скажу. Я хоть моложе вас, но я думаю так. Жизнь постоянно нас... ну, давайте так. Поступки, люди, какие-то ситуации, они делают так, что мы стали злее. Вопрос верования в Бога, ну не просто, я же не хожу там, не молюсь там в церковь, я не причащаюсь. Нет. Я считаю, что вопрос веры в Бога, это тогда, когда ты просто не продаешь свою душу. Тебя стращают, а ты не продаешь. Вот и все. Тебе говорят, что... Вот смотрите, как смысл. Вот есть плохой человек, и он делает к тебе, по отношению к тебе плохо. Вот тогда ты вспоминаешь заповедь. И ты перестаешь ему мстить, ты не будешь ему мстить. Ты не делаешь ему плохо. Вот тогда это заповедь Божия. Давай немножко вернемся назад. Ты сказал, не продаешь свою душу. А ты думаешь, она чего-то стоит? Твоя душа. Моя душа, Бог оценит. Чего-то стоит или нет. А если оценщику отдать, он скажет, твоя душа порочна. А кто такой оценщик? Не подожди, а кто такой оценщик? Подождите, кто такой оценщик? Материальный? А, подожди, ты же материальный, да? Ты кушаешь, ты трогать тебя можно. Ты материальный. Знаете, есть материальный оценщик. Вы знаете, я больше скажу. Я не то, что материальный, я неплохо и зарабатываю. Ну, молодец. Это относительно. Кто-то лучше тебя, кто-то меньше тебя. Это все относительно. 100%. Относительно ты зарабатываешь. 100%, я материальный человек. Это даже не обговаривается. Да, да, да. Так вот, как ты думаешь оценить, что твоя душа кому-то стоит? Может, она ничего не стоит? Вообще ноль. Стоп. Бог оценит. А Бог сказал, что ты уже... Ты считаешь, что ты оценил тебя и сказал, ты грешный. Ты испорченный. Он сам потом скажет. Зачем? Он Бог потом скажет. А почему ты думаешь, что Бог дурной такой, он сейчас не может говорить? Вот он потом будет говорить, а сегодня он не может или не имеет права. Он может тебе сегодня сказать, что ты вообще ноль. Бог мне конкретно на суд. Это все. Когда? Потом? Потом. Когда? Нет. А почему ты ждешь этого потом? Я не жду этого потом. А что ты сейчас не хочешь узнать, сколько ты стоишь? И кто ты такой в его глазах? Почему ты... Я знаю, что каждый человек либо делает хорошее, либо плохое. Либо каждому будет воздаяние по хорошему, либо по плохому. Вот и все. Я верю в Бога. А тот, кто на таком со сложностями жизненными... Ты знаешь, я тебя огорчу. Подожди, я тебя огорчу сразу. Есть такая истина. Плата за грех смерть. Что бы ты ни делал, ты обречен умереть. Один раз согрешивший, один раз. Ты уже не хороший, не плохой. Ты обреченный умереть, сдохнуть. Вы ошибаетесь. Вот. Да, я не ошибаюсь. Так написано. Я не ошибаюсь. Вы ошибаетесь. Почитай Библию. Почитай Библию, там так написано. На кресте кто был распят? Ну и что ж он распят? А ты каким образом к этому Христу? Ты каким образом к этому Христу? Бог нас учит. Чему? Бог нас учит. А чему ты научился? Любое покаяние искреннее прощаем. Это что значит покаяние? Объясни. Перечислишь ему свои все проступки и грехи? Да? Вот это покаяние? Ну, конечно. Нет, это компенсирует. Знаешь, у кого чего, как Закхей. У кого чего украл, верну. Кого чем обидел, воздам четверо. Вот это покаяние. А это пиздеж. Просто пиздеж. А что пиздеж? Ну то, что ты пиздеж? Покаяние что твое пиздеж. Рассказывать, какой ты грешный, прости меня. Воздай людям. Компенсируй утраченное. И это будет покаяние. А что компенсировать? Вот уж, если ты украл, верни. Да, если ты убил, если ты кого-то убил, воскреси, давай, подождите, будь здоров, да, давай. Украл, допустим. Давайте начнем с ваших слов. Да. Украл. Что верни? Верни, да. И в четверо надо больше. Ты ж украл, человек без этого страдал, надо компенсировать моральные расходы. Хорошо.
Там написано вот в законе, да, четверо. Или я украл, или вы украли, допустим, да, да, ну, да, пример. Да. Так, вы украли, допустим. Что делать дальше? Ну, верни, найди, извинись, верни. Попроси прощения, чтобы тебя не били. Может, тебя помилуют. Может, скажут, ай, ты украл у меня мусор. Я это хотел выбросить, а ты мне это украл. Говорит, вот, блин, ни хрена себе. А если убили? А вот я не знаю. Так корми детей его. Корми детей. Обеспечь жену его, да. Убил? Ну, так заботься о его детях хотя бы. Хотя бы. Это не есть осознание? Осознание в сраку себе засунет. Покомпенсируй, помоги детям, которых отца, которого ты убил. Помоги. Мы говорим им. Об одних и тех вещах. Поняли? Ну. Мы люди... говорим об одних и тех же вещах. Да, только надо их делать, а не просто грубо, говорить. А да, надо вы делать. Грубо, я проще. Ну, ты просто говоришь. А надо, знаешь, такое, вот оно того стоит. Око за око, зуб за зуб, да. Ну, ты убил, око, значит, око, корми око детей. Око за око, зуб за зуб не прокатит. Не прокатит, да? Конечно. Угу. А что Бог говорил? Прощать надо. Кого? Кого прощать? Своих. Кого? И врагов своих. И ближних, и врагов. Где? Если просят везде прощения, прощай. Если просят. А если не просят, иди нахрен, скажи. Бог так не говорил. Нет, так говорил. Почитай. Ну что не ты? Не говорил. Почитай. Не говорил. Ну почитай. Нет, давай почитать. Бог так не говорил. Ну почитай. Нет, такого нет. Бог так не говорил. Ты говорил нет, так. Не говорил. Ты говорил. Нет, не говорил. Ты не знаю, какую ты Библию детскую читаешь или какую-то там, не знаю. Там так не написано. Говорил. Не говорил, не говорил. Ну, да можешь себе дурить голову сколько угодно. У нас один Бог. Какой? У нас один Бог. Какой? У нас один Бог. Какой? Такой. Ну, какой? А у меня три какой? Бога. А у меня знаешь, сколько богов? У меня до хрена богов. 1000 богов. Ну-ка, какие у вас богов? Ну, очень много богов. Ну, какие? Я тоже Бог. Один из них. Ладно. Да. Кстати, вы похожи. Может, вы Зевс, кто-то? А, нет. Еще не Зевс. Ты меня не льсти. Я не Зевс. Не Зевс, да? Может, Аполлон? Не, не, не красавчик я, не. Может, Локи? Я просто Бог. Владимир Бог. Владимир. Не Путин, не? Не. Кстати, скоро будет ваш Бог. А вы там инаугурируете я на Бога, он и так пожизненный вас там. Кстати, скоро вашим будет уже Богом. Ага. Мы-то рады. Это черт, Богу. Это черти, люди черти, которые мнят себя богами. А вот они черти. Хороший мужик, кстати, Владимир Владимирович, если честно. Да. Нормальный мужик. Да, я тоже так думаю, нормальный. Не хороший, не плохой, нормальный. Да. И у вас скоро он будет. Хорошо быть Богом, знаешь, очень удобно. Да, он, хорош, он не Бог, он хороший мужик. Кто? Володечка. Кто-кто? Володечка. Какой? Путин. Путин? Угу. Он, для тебя он хороший, но будешь с ним проводить вечность в преисподних местах. В вечном озере горящим огнем сидел. Лжецы, педофилы, царство Божие не наследуют. Лжецы. Лжецы, царство Божие не наследуют. Что ему там быть? Что плохого сделал? Знаешь, я мне досталось с тобой разговаривать. Не хочу. Ни о чем. Дай Бог вам. Оставайся с Путиным вместе. Мне будет легче. Как Богу. Нахер мне этот мусор, чтобы был на небесах. Знаешь, все идут по роду своему, птицы. Воробьи с воробьями, брехуны с брехунами, извращенцы с извращенцами. Нахрен они только вот твари эти на небе. В преисподне самого места. С Путиным, да, тебе. Правы, пока, все, правы. Пока. Ого, кричишь. Тише можно? Это что-то там тихо, то тут громко. Привет, что ты хотел сказать? Привет. О, ты стихи читаешь, что ли? Стихи? Что-то я не сочиняю, просто разговариваю пока. Красиво это, скажем. Черно-белое красиво смотрится. Ну и ты такое можешь сделать, что это сложно, что ли? Захочешь, сделаешь. Ну,
Скажешь им красиво, что чтобы я украинцев вновь любил. Не понял. Украинцы нам дали. Что тебе не нравится, украинцы? Что они тебе плохого сделали? Там дали. Что тебе плохого сделали украинцы лично тебе? Вот тебе лично, что сделали плохого? Друзей убили. Кого? Друзей. Каких? А что они туда поперлись в Украину? Твои друзья. За каким хреном? Чтобы сдохнуть? Ну, так поехали и сдохли. Это ихнее право. Не, они себя дома убили? Подожди, они приехали к тебе домой и убили? Вы так видите. Да. А почему все это началось? Почему иди нахрен, не... придурок. Опа. О, опа. Что такое, хлопцы? О, опа-мапа. Что борода киваешь? Как жизнь? Я зыбезы. А такой вопрос, может, неуместный. Сколько стоит твоя душа? Бля. Слушай, честно тебе скажу, она бесценна. Бесценна? А за что бы ты положил свою душу? За вот умер бы. За что бы ты умер? Слушай, наверное, бы умер за Российскую Федерацию. А что такое Российская Федерация? Это что такое? Столб и утверждение истины. Это божественный престол благодати. Что это такое Российская Федерация? Это моя родина. А если ты просто там родился в этой тюрьме? Да. В да, этой, да. В этом, в этом, в этой тюрьме, ты, это твоя родина? А почему ты называешь мою родину? Все, умри за свою родину. Все, пока. Тут что у нас? О, у тебя глаза большие. Что ты там слышишь? Что там у тебя в наушниках шумит? Ничего не шумит? Я не понял, что это за человек. Красная мелита плод. Тебя плохо слышно, что там говоришь. Очень плохо тебя слышно. Ну и переключай. А, нечем кричать. А когда тебе будет плохо, ты будешь кричать? Помогите, помогите или не будешь? А зачем мне это кричать? Ну, может, что-то поможет. Или придется так и умереть. Тихо. Придет время умирать, умрем. Что я не переживаю за это. Не переживаешь. А сколько стоит твоя душа? Ты оценивал как-то ее, не? Во-первых, я... Она. И душа моя, она бесценна. А ты какое-то говно напыщенное. Сидишь, что-то строишь из себя. Что твоя бесценная душа? Она не, нахер никому не надо. О. Привет. Зубы болеть не будет. Ты так натрешь так кулаком. Потом зубы болеть будет. О, так легче. О, видишь, тебе надо разминаться. Как жить? Да. Сложная штука. Сложная штука. Скажи, а сколько стоит твоя душа? Это бесценно. Значит, никому не нужно, никто не купит, никому она не надо. Бесценно, знаешь. Никому не нужно. Никто не купит ничего. Да, видишь, она типа бесценная, это значит, ничего не стоит. А если цена есть, значит, она чего-то стоит. Ну ты чего, уебок?
хуйню. Ну, видишь, доказывай, что она твоя, ничтожная твоя душонка, сразу материшься, почем зря. Иди нахрен, все, придурок. О, опять. Нару, как там? Боги пожелают. Боги. Великолепно. Боги пожелают. Да, хорошо. Обращают, конечно, провидение Божье некоторые человеки. Почему там? А так нормально. Ну, так что делать? Они же человеки грешные все. Да, вот они, нравится им в грязи ковыряться, жить как свиньи, как животные. Нет, чтобы стать Богом. И, принять всю полноту жизни. Живут вот так, ничтожно мало, и то кончают жизнь самоубийством, не выдерживают большинство. Ну, это малая часть. А в основном доживают. В основном никто, все страдают. Понимаете? Да. Я еще не встретил ни одного человека, который бы не страдал. Все страдают почему-то. Пискострадатели, как минимум, есть. Пискострадатели. Положено, нам же положено страдать, пока мы зачем? Придем. Зачем? Божественно. Знаешь, от невежества люди страдают. Вот когда голова пустая, сердце ненаученное, оно... Наоборот, когда голова пустая, люди не страдают. Что? Вот именно страдают. Из дурной головы ногам горе, кажется. Знаешь, такая? Ну, это... А если она еще дурнее, так вообще все хорошо. Ты уже парализованный по пояс. Что пиздец называется? Ходят, фантики собирают и все. Да... Видишь, как-то так. Поэтому все хорошо в меру. Всегда не надо в меру и ума, да? Не, надо иметь не меру, а надо иметь полноту. Мера – это для поддержания штанов, чтобы не сдох. А полнота – это смысл существования и жизни миров. Когда у тебя все работает нормально, ты тогда счастлив. А так, лишь бы не сдохнуть, это мера такая минималка. Вам надо этих самых учеников. Вы здесь, наверное, учеников ищете, да? Я ищу богов. Ищу, да, богов. Богов. Кто бы кому. Богов же здесь нету, мы же уже договорились. Почему? Нет, смерды. Смерды. Ну, видишь, а что делать? Надо же быть милостивым. Может, кому-то повезет. Станет. Боги там у вас где-то, где вы. Да. Да не, печально, конечно. Но боги ж отсюда ногами растут, рождаются здесь. Мы же там богами становимся. Мы же бестелесные твари там. Или вы телесные. Как? Телесные? В теле? Да. Я боги, живущие в телах. Телесные. Есть такие, а есть бестелесные? Есть, есть. Кем лучше быть? Конечно, в теле. Это даже с телом, чем без. Лучше тебе с чем? С чем-то большим, чем без чего-то. В теле же приходится грешить. А как это? Прощается? Верховный Бог прощает тогда? Боги не грешат. Богом все можно. А, вот как? Да. То есть вообще полная свобода. Если Бог, то да. А... У богов есть понятие, что такое хорошо, что такое. Конечно, плохо? Есть. Есть божественное, есть? Хорошо, конечно. Все там понятия. Ну. Да, там хорошие понятия. Там. Плохого боги не делают. Ну, как сказать, есть. Просто молодые, сырые боги. А есть да, уже нормальные, достигшие чего-то. Есть боги разный возраст. Зрелый бог. А при чем тут возраст, если все без этого самого, ну, без конца же, ну, это же вечная жизнь. Ты знаешь, музыкант, он может играть, это нет предела совершенства, как бы сказано. Он может играть чуть-чуть так себе, а может красиво, а может играть вообще потрясающе. И Бог тоже может быть так себе, а может быть потрясающим. Ну, у Бога, значит, все как у людей. Они так тоже греха, ошибаются, бывает, не умеют ничего делать. Доверчивые, боги доверчивые бывают. Короче, это все. Наивные боги бывают, да.
Ну, потому что оно щедрое, великодушное. Там вмещается всякое дерьмо. Можно затесаться какой-то придурок. Подключиться к Богу. И Бог даст ему... Понимаешь, Бог дает щедрый, добрый. Даже злодеям дает их нежелание осуществлять. Даже самым конченным злодеям позволяет осуществить их мечту. И они могут украсть свой последний миллион и убить 35-ю жертву. Могут позволить. Короче, нет ни справедливости в этом мире, ни совершенства, и боги какие-то ненастоящие. Много ненастоящих богов, да. Это надо найти настоящего. Ну вы-то настоящий или нет? Я молодой бог. А еще учитесь? Да, я еще учусь. И... Да, учусь. Ладненько, давайте удачки вам учиться. Спасибо и большое. Если да, что, присоединяйтесь к сообществу богов. Это интересно. Ну, придет время, присоединюсь. Сейчас пока не спешу. Смотрите. Хорошо, можете ловить рыбу, занимайтесь бабочки, копайте огород, ну и делайте, что хотите, конечно. Ну все, раз мне Бог позволит, так да, и я вам позволяю. Все, удачи. Здрасте. Здрасте, здрасте. Почему черно-белый? Хочу так. А, правильно. Загадочно. А в каком городе? Не подскажете? Я нахожусь в треугольнике между Москва, Тула, Калуга, посреди леса. О, лесу, лесу. Нет, замечательный заповедный лес. Да, дивный. Волшебный заповедный лес, а понятно. Я Киев рядом. Ну что ж от него осталось? Это киевляны, понаехавшие в Киев или природный, выросшие по месту. Я рядом, я тут пригороде. Природный, родился здесь так. Родился местный. У нас тут беда. У нас тут мегаарктическое вторжение. Сегодня бегали, закрывали все, что можно. Потому что сейчас за бортом -2, -3. Шел снег. Да ты шо. Говорят, к вам несет. Но не знаю. Так или нет, не знаю. Я, дай бог не донесет. Ну и он нафиг. Не дай бог. Я очень не рекомендую, потому что радости никакой. Я представляю. Целый день идет снег. Ужас какой. Как общее настроение? Если судить по вашим YouTube-каналам, оно ровно наполовину. Одно переможемо, другое суцільна зрада. Как дела? О, вы переживаете за Украину. Молодец. Я из Днепропетровска. Переживаю за другое. За сегодняшнюю нет. Я не хочу вас вводить в оману. Да. Трезвый человек, правильно, сильно зрада. Ну, такое бытие. Вот, когда-то же надо, чтобы эту шубу вытряхнуть, этот пыль. Есть такая генеральная уборка, и вытряхивают все, этот мусор с дома выкидывают. Ну, если сами не хотели это убрать, понимаешь, ну, другие помогли. А если те не хотят, чтобы убрали, ну, придется дом спалить. Ну, как вместе с блохами и вшами. Ну, бывает такая, как сказать, санитарная обработка огнем. Ну, развилось уже до хрена. Но с домом понятно. А как-то вот сгорел сарай, гори и хаты, говорил ваш президент. Я правильно понимаю, да? Это плохая, конечно, идея. Но, к сожалению, я смотрю по-другому немножко. Прозаичнее. К сожалению, у меня как? Невеселый взгляд на будущее. Ну, выбор. А можно задать вопрос, прошу прощения, поскольку, как называется, это без обид, понимаете, да? Да. Вот смотрите, я вот нахожусь в этом самом заповедном лесу, и глядя сверху, я вижу двор своего детства. Там живут люди, которые, как выяснилось, жили практически через улицу от меня, но одна трамвайная остановка. Но я не буду перечислять долго. Смысл такой, что, так сказать, город Стрый, там, через на соседней улице в домике живет. Ну, люди, которые из города Стрый. Там чуть ли не из села, вот, в котором Бандера родился. Там полгорода, это... Один, после того, как ты понимаешь, кто живет в этом городе, возникает только один вопрос. Где москали?
Понимаете, когда вот... Вопрос следующий. А вы точно с теми воюете? Нас без разницы, кто там... Кто стреляет, против того и стреляет. Конечно, не с теми. Не с теми. Надо было воевать нам, чтобы со своими лжецами у власти. Тогда мне, нам не надо было воевать с чужими. А так как мы не захотели разобраться сами до конца, то приходится страдать по-крупному. Но это сфера дорогая цена. Когда мне показали там на кладбище в Днепропетровске, да. Мне, так сказать, захолонуло все. Да, это очень... Это, ну, а что тебе сказать, когда вот человеку не доходит по-нормальному? Но туда не по-нормальному. Есть вещи, которые незыблемые, вечные ценности, да, называются. Если их презрели, если заменили истину ложью и потакают всяким лжи, вот так вот, превозносят, а истину гнобят, то Бог же не он не дурак, он не будет поругаем. Каждый пожнет то, что посеял. Ты принял ложь, пожнешь смерть. Это закон. Ложь порождает смерть, а истина – жизнь. Ну, раз вас внесло в философию, прокомментируется заявление одного бывшего украинского товарища, который сказал следующее, что вот эта запекла борьба идет за то, чтобы вся ложь, которая была придумана за последние полтора века, если Украина побеждает, то все, что было напридумано украинцами политическими за последние полтора века, де-факто легализуется, понимаете, да? Да. Становится, мир становится реальностью. Это пиздец. Насколько это верно замечено? Это будет большой пиздец. Я буду матюкаться. Нельзя легализировать то, что нельзя легализировать. Это очень ужасно. Сейчас вот это есть подмена понятий. Вот все, подмена. Хотят легализировать, сделать героями только тех, кто не герои. А те, кто были герои, сделать не героями. И, короче, все с ног на голову. А это, а Бог это все так, как шахматы с доски, так, сдует и не будет играть в нашей партии. Он не согласен играть на наших условиях. С учетом последнего указания главнокомандующего Российской Федерации, да, к сожалению, есть и такая опция теперь на столе. Берегите себя, был рад познакомиться. Главное, чтобы до вас не донесло ультра-арктическое вторжение. До свидания. Спасибо большое. Да. Как дымом баловаться. Прикольно. Пускать дым. Умеешь эти кольца делать? Не прикольно. А в чем смысл дым пускать? Мне нравится. Тоже идея, если нравится, то почему бы нет? Каждому свою мысль, мы уже общались. Давно, правда, но... общались. Вы уже, наверное, забыли, я вас помню просто. Ага. Да. А чем я запомнился, интересно? Беседы, конечно. Интересные беседы. Интересные беседы. Ну, не всем так везет, да. С некоторыми они... Ну, мне больше на хороших людей везет, чем не плохих. Да, ну, слава Богу. Ну, бываешь тоже настроение, как у кого настроение. Ты бываешь, идешь охотишься на карася, бываешь, идешь охотишься на щуку. А идешь просто покупаться, идешь покупаться в эту речку. Не хочешь ничего ловить, просто покайфовать. Ну, бывает такая, правильно? А некоторые озабоченные... Зачем просто, ну, с плохим настроением идти разговаривать в чат-рулетку? Зачем? Слушай, есть такие экземпляры, которые идут... У меня попадались пару человек, которые перед тем, как убиться, да, там, вены порезать, там, еще что-то, они заходили поговорить хотя бы с каким-то человеком. Вот бывает, заходят такие люди. Надо быть внимательным. Что-то давно мне такие не попадались. Как-то одно время попадались, так раз.
А сейчас что-то нормально. Не, ну это совсем печально просто, когда вот так люди. Да, печально. Не с кем поговорить. Бывает, пришел хоть кто-нибудь. Надо уметь ему не это. Жить дальше или нет. Смысл. Ну такое, бывает разное. Каждый свой повод. Я тоже отошел, думаю, надо как бы свой. Как это, как тренажерный зал. Чтобы не тратить, не утратить свою, как это, ну, форму. Ну, я на самом деле просто, когда вот, ну, вижу плохих людей, я энергию свою растрачиваю. Я как бы, я не хочу. Я хочу с хорошими людьми пообщаться. И не важно, там, какая национальность, там, вот это, о политике. Нет, зачем? Ну, политика вокруг нас, везде, в облаке информационном, она окружает всегда. Ну, тут просто у людей одно и то же. Там. Я просто, ну, много где был, как бы, я как бы с разными культурами познакомился, там, национальностями. И у всех одно и то же. Все хотят жить, все хотят любить, все хотят денег заработать, там, ну и тому подобное. Удивительно, да? Ну, как бы, и все равно срутся там о политике, там, обо всем, ну, да. Каждому свое. За 5 копеек может горло перегрызть, за 5 копеек, да? Да. Это ужасно, да. Почему? Надо быть великодушным, надо смотреть дальше. Я думаю, мелкие люди создают бурю в стакане воды. А вот великодушные такие глубокие люди, у которых большие длинные цели далекие, они так вот смотрят это все. Это все мелочи, вообще не стоит того. А вот мелочные люди, вот они какие-то такие готовы глотки грызть там. Ради 5 минут кайфа какого-то. Мнимого, мнимого такой. Да, это очень печально. 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 Ну, люди-то разные. Ну, ничего не люди поделаешь. Ведутся, знаешь, такая есть мания, как вот зараза какая-то. Вот зараза. Вдохновляется каким-то и глаза горят, и прутся, а потом думают, нахрена мне оно это было надо. Просто завели их, знаешь, и они так вдохновились. Под музыку станцевали свою жизнь, не ту музыку, не тот танец, а вот там, блин. А назад уже не перемотаешь. Это же плохо. Поэтому... А вы из Днепра, да, по-моему? Из Киева, я под Киев. А, под Киев. Да. А Киев светится в окне. Ну, вы прям близко. У меня просто родственники из Таращевского района. Таращев? Да. Ну, Белая церковь ближе. Там рядом. Ну, это же все равно Киевская область. Киевская, ну, блин, тут, да. Ну, да, да, ну что? Таращев, ну, Таращев был тоже. Ну, такое. Что есть, то есть. Ну, кому, где кто родился, мы же не выбираем. Я бы хотел бы, может быть, сейчас подумал, родиться там, там. Ну, на самом деле, мне вот детство, зашло. Я в детстве, в принципе, нормально прогулял. И поэтому мне нравится мой город, в котором я прожил. И моя как бы родина. Потому что детство было нормальное. Всего там было. А если бы у меня детства там не было, я бы, наверное, ненавидел свою и родину и все остальное. Потому что, ну, не было счастья. Люди помнят себя там, где они были счастливы. Любовь первая, поцелуи, там, вот это. И они помнят это и что-то связывают с системой. А какого хрена? Это надо связывать с людьми, которые принесли тебе это счастье. Вот именно. Я согласен полностью с вами. Да. Это бесспорно. Да. Ну, просто ну, фон, люди, фон какой-то. Люди дураки немного, да. А. Этого не понимаю. Ну, такое все, видишь. Перед сном нормально так по это. По философствовать, поговорить. Я, да,
Я могу. Просто счастья все равно нет. Нету? Тю. Слушай, это как анекдот у тебя, знаешь, что такое медовый месяц? Это когда бочка дегтю, а сверху ложка меда. А говорит, вот блин, я не с той стороны бочку открыл. У меня по жизни тоже так получается, что походу я не с той стороны открыл. Нет, тут надо уметь, счастье есть, оно... Она в мелочах, как говорит, дьявол в мелочах и счастье в мелочах. Согласен. Поэтому... Ну, это то же самое, как рай и ад. Мне кажется, это все на земле есть. Каждый сам. Лучше тебе не знать ни рая, ни ада. Рай уже не нужен, а ад это еще предстоит многим. А лучше небеса. Сразу переходи к небесам. Ну что, рай это скучно. А ад это вообще безнадега полная, там не делать нечего. А сразу в небеса вот туда. Кидаешь удочку и мутишь воду, и пока не поймаешь. А есть они? Конечно. Небеса. Конечно. Небеса, да. Каждый хочет верить свое. Я, допустим, не верю. Ну, потому что не видел. Ну чего не видел? Смерти. Ничего. Нет, смерть это необходимость в этом мире. Смерть необходимость такая, к сожалению. А небеса существуют. Вот, закажи, чтобы тебе приснились небеса. Это легче всего во сне увидеть. Это легче всего. Я просто никогда не такие желания. Почему? Ну попроси, чтобы тебе боги помогли увидеть небеса во сне. Тебе будет легче жить. Пока не видишь. Ну как слепому объяснять, что есть солнце? У меня слов столько, люди нету, чтобы описать, что такое солнце слепому. Ну нет столько слов. Он все равно ни хрена не поймет. А когда он увидит, скажет, а, вот это солнце, ага. Поэтому надо увидеть. Умные вещи вы говорите. Да, надо видеть, чтобы Бог открыл глаза. Вот. Мудрость дал, тогда будешь жить в этом. Это неплохой мир даже, знаешь, тут очень много экшена, очень много разных вещей, которые на небесах нету на самом деле. Некоторые даже мечтают сюда вернуться опять и опять, потому что тут есть экшен, есть тут вот эта жизнь в одну сторону, нельзя перемотать. Ты... Ну нам экшена тут хватает по жизни. Если ты бы научился побеждать, ты бы вошел в кайф. А когда этот экшен заканчивается плохо и еще хуже, конечно, тебе хватает, говорит, так. А когда ты будешь в плюсе после каждого раза. Да, такого ж не бывает. Всегда есть, как говорится, плюс и минус. Да, нету худа без добра. Сначала запомни. Ты на коне, а потом ты под конем. Ну, коню надо тоже отдохнуть. Ну, блин, что ты на коне, конечно. То же самое, там черная полоса, белая полоса. Ну, да, а дальше. Это философия. А дальше жопа зебры, да. Не, жизнь это что-то больше. Это возможности. Возможности. Надо их не пропустить. Это очень ценно вообще. Это такое. Состояние на грани, во всех граней, тут между адом и раем, между жизнью и смертью, между искушениями, и тут реально круто, ты понимаешь? А можно все так, страус, как страус, в песок и ждешь, когда сдохнешь. Неинтересно. Просто надо уметь отдыхать от этого всего, понимаешь? Вот созерцать небеса, понимаешь, ты вот тогда... Тебе приснится, ты увидишь это, скажешь, класс. Это будет потом. А вот здесь надо понять смысл. Здесь, почему я здесь? Почему я здесь? Почему я здесь? Почему я еще живой? Зачем я здесь? Вот эти вопросы надо задавать себе. Тогда придет ответ. Да-да, это верная мысль. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Вы как бы немножко просветили.
Да. Я как бы это все понимал, как бы я это все знал, но ну, резкость надо наводить, потому что она как бы видно, но непонятно. Затуманено. Да, ну, а это так оно есть, так всегда. Надо. Оно от дня к дню яснее становится и кайфовее. Знаешь, как вот с женой живешь. Вроде раньше я любил, а сейчас, кажется, вообще обожаю, блин, я охреневаю. То была такая любовь, а сейчас вообще я уже вроде старый, вроде уже не то совсем. А любовь, она какая-то еще лучше. Ты знаешь, как в анекдоте, знаешь, там, ну, такой анекдот есть пошлый, но все равно, знаешь, сладкая вот любовь. Тут была кислая такая, незрелая такая, а тут уже такая сладкая, созревшая такая. Да. Главное вначале не морщиться и не плеваться. Не все сразу получается. Учиться надо любить. Вот и все, там будет. Если будет хорошо, дай бог. Ну, не у всех, к сожалению. Да, тут надо трезвым уломать, ну, не обманываться. Это все чего-то стоит. Оно же ничего бесплатно как бы нету. Оно как бы и бесплатно, но надо постоянно учиться. Как минимум надо учиться. Как минимум. У всех хорошо, все равно по-своему. Да. У каждого своя планка там. Да, да. Так что. Ну, счастья вам, чтобы все было хорошо. Да, здоровья. Взаимно. Самое главное, да. Все, рад был пообщаться, удачи. Да, счастливо. Всех благ. Взаимно. Здравствуйте. Привет. Хороший у вас микрофон такой четкий. Да. Хороший, чтобы меня слышно было, понятно. Ну да. А у меня, короче, с веб-камеры микрофон. Ну, слышно у тебя тут. Обзор такой у тебя. Такое ощущение, что ты в какой-то ванной комнате сидишь. В узком коридоре. Ну, я в этой комнате уже живу всю жизнь. Что она сильно маленькая тут? Сколько? 6 квадратов? Ну, мне хватает. Что. Я один, блядь, мне хватает. А как одному жить? Это же так ужасно. А что делать? Бабик своей поехал, блядь. Говорит, 80 тысяч давай. А я говорю, я только 15 зарабатываю. Ух, нихера себе, баба. 80 тысяч, я говорю, давай. Где ты такую дорогую бабу нашел? Ты подешевле так что-то. Она, так она еще и без зуба, блядь. Мне надо что-то по себе. Это люди берут, покупают машину, а содержать ее не могут. Нахрена? Вот. Ну, значит, я понял, что буду один доживать дальше. Там не. Просто, как это, пойдешь и протягивай ножку. Надо соответственно брать себе, чтобы. Ну, соответственно, себе да живешь. Не, ну, короче, смотри, я не работаю нигде. Ага. Ну, кто нахуй такую коммуну? А чё ты не работаешь? Не интересно работать или? У меня тромбоз обеих конечностей, порог сердца и высоколёгочная гипертония. Охренеть. Тромб оторвался в 14-м году. А знаешь, откуда все пошло? В аварию попал в КамАЗ, ебался в 14-м году на мотоцикле. Yeah. Вот, и начала нога пухнуть. 2 года пухла, а потом, короче, посинела. У меня потом губы посинели, я тяжело стал дышать. И, короче, тромб у меня в больнице оторвался. И сделал, короче, мне порог сердца и высокую легочную гипертензию. Это у меня правая легкая, забитая вот этим киселем. Ездил в Москву 2 раза, и они за меня не берутся. Не берутся. Сказали, делай квоту, сделал квоту. Знаешь, что по квоте пришло? Телемедицина. Знаешь, что такое телемедицина? Это опять консультация наших врачей с ними.
Хотя меня там уже, ну, мне как кардиолог сказал, блядь, мой врач, говорит, это просто от тебя, говорит, отшили, блядь. Я, говорит, хочешь, говорит, пиши в другие города, блядь. А я на вот это Бакулево 5,5 лет потратил, блядь, чтобы добиться этого. Я, короче, хуй забил, сколько протянул, сколько протянул. Меня в самого что-то выскочила какая-то фигня, тут хожу, обследуюсь. Еще 10 числа надо на обследование, на одно идти. Непонятно, ни с того, ни с сего что-то случилось, и у меня здоровье там. А что у тебя случилось? Ну, что-то сердце, говорят, проверяет пока сердце. Ну, а то? Ну, оно не сердце, но там давление, там еще... О, ну, у меня, кстати, квартирант жил, 45 лет, ни на что не жаловался, блядь. Пошел до кента, буханул. И все, и умер нахуй. Кошмар. Ни на что вообще не жаловался. Здоровый был кабан такой охуенный. Ну, вот я тоже пойду, думаю, что там обследование, компьютер покажет. А то так догадки они такие дурные. Пусть скажет, а так будет. Ну там а потом... покажет все хуево. Не на это. Не, меня с одного обследования сняли, говорит. Мы не можем проводить дальше обследование, тебя там параметры зашкаливают, чтобы ты не умер здесь. Короче, вот, у моего кента, вот у которого я был, он самогон гонит, короче, вот лишнее. У него остеохондроз, ну как и у меня. А что это такое остеохондроз? Остеохондроз, шея, вот это, знаешь, и шум в голове, вот это вся хуйня. Угу. Вот. А он лечится, могло? Ебанули, говорю, а теперь, говорю, болит? Говорит, теперь не болит. Самогон лечит, да? Да-да-да. А надо его натирать или пить? Как им пользоваться правильно? И натер, и выпил, так и снаружи, и снутри, да? Ну, надо снутри, да. Снутри разогревать. Вот, и потом никаких болячек, и все заебись. Ну, интересная тема. У меня это, в плане болезни, у меня, знаешь, сколько? А4, блядь, вот такая кипа, блядь. Капец, блядь. Как вот они... такая кипа, и там я больной, перебольной, вообще пиздец. А как вот ты не слышал, вот есть, говорят, Иисус исцеляет, люди рассказывают там. В смысле Иисус исцеляет? Ну, Бог там есть, исцеляет болезни. Ну, Бог есть. Ну, я верю, я же христианин, верю. А что делать? А что он не исцеляет тогда? Он же может. Богу, вообще, говорят, надо к Богу прийти, покаяться и бросить всю вот эту хуйню, блядь, нашу. Такие, знаешь, как это, как говорит, и я так тогда буду, и я так могу. Ты так без этого сделаешь, чтобы я был здоров. Ты знаешь, как... Не, без этого как? Баш на баш. Баш на баш. Все равно надо что-то где-то оставлять, да? Кошмар какой-то. Давай я сейчас ебану. Чтобы полегчало, да. Это 50-градусный самогончик. А, кстати, у кенташ взял это, мы закусывали хорошо, блядь. Огурчики пиздатые. Вон, соленые. Соленые, да. Как себе домой? Да. Кто как может, так и лечится, да? Нашел средство. Облегчение страданий. Так оно и есть. В принципе, в Библии так и написано. Дай самогона больному душе. Ближнему своему. Нет, да. Кто страдает, страдальцу, чтобы он немного забылся. Чтобы не так страдал. Там так написано. Притчах, по-моему. Бля, да, что заебись огурчики? Они не вот это, что, блядь, пересоленная хуйня продается. В магнитах, Пятерочках. Это домашнее. Она, короче, такой малосольненькая, вообще не соленая, вообще такая. Ну, сколько хозяек, столько и огурцов, я не знаю. У каждой хозяйки по-разному делает свои огурцы. Какой хозяйки?
Ну, домашняя, я имею в виду. Каждая хозяйка. А там не хозяйка, он повар-кондитер, он охуительно готовится. А, ну так вообще специалист, однако, видишь. Ну да, у него 6 метров мангал был, он на шашлыках работал, на теплоходе работал, блядь. 6 метров мангал. Ё-мангал. 6 метров мангал, и ты вот это прокручиваешься, блядь. Охренеть. На либердоне работал, да? Да, бывает же такое. Размеры, масштабы деятельности. А сейчас, короче, чем занимается, уже здоровье уже хуевое, блядь. Потому что уже 40, ну, он молит на год, это, на полгода младше меня. Я 82-го. Угу. О, ты молодой, столько тебе вот это проблем. Ни хрена себе. Ну, блядь, попал в аварию. Я понял, видишь. Как не зря делать. А у моего братана еще хуже, блядь. Он когда родился, у него нога, короче, была такая хуевая. Врачи приняли решение отнять ее. Елы-палы, просто так. Да, и он, короче, без ноги всю жизнь. Врачи. Едет на Hyundai Accent, блядь. Бегает лучше, чем я, блядь, на протезе. Ага. Вот такой же крифан. Блин, капец. И он, кстати, еще может и пизды дать. Он моих квартирантов выгонял, блядь, один хуй там. Азер у меня был. Короче, денег не платят и выебываются, блядь. Вот, и говорит, Руслан, говорит, пьяный, все дела, блядь. Ну чё, приехали с этим инвалидом, блядь, говорим, всё нахуй, на выход, блядь, и он, блядь, не стал нихуя даже выебываться, блядь, на выход, блядь. Ну правильно. А он, короче, 1.50 роста, блядь, ну такой, коренастый, блядь, а всё нахуй, на выход, и он, всё, я понял, всё, вещички за 10 минут собрал, и всё нахуй. Так и не рассчитался, не? Бабки не отдал? 9300 у меня задолжал, да. 9300. Бабки не отдал, просто выгнали его нахуй, да, все. Азер у меня жил, короче. Да. Вот это, волоса крутил, крутил, блядь. Потом я к нему вышел, у меня тут рядом, блядь, через окно пообщаться. Я говорю, ну чё, у меня начал там, блядь, хуйню вот эту тележить. А и хочешь, говорит, меня ебало набей, хочешь там то все. Я такой, ну да, хорошо. Жентоса вызвал, блядь, кайфана. Я говорю, все нахуй, на выход, блядь. И все, он за... Он думал, что я один, блядь, и ебало, типа, мне набил. Ну, я кента позвал, и все, и порешилось 2 секунды. Здесь. Единственное, что хуёво, я 9300 потерял денег, блядь. Поэтому сейчас я беру квартиранта, знаешь как, за первый и последний месяц. Двойное, я, ну правильно. Меня риэлторы научили, блядь, как надо правильно делать. За первый и последний месяц. Ну, бывает, еще покруче берут. Еще плюс издержки какие-то эти, гарантии там, мало ли там, затопишь кого-то. Не, ну смотри, за последние месяцы, это если они хуйню какую-то сделают, я могу с этих денег вычеркнуть, да и все, или нахуй послать. Да. Ну вот так вот. А мне без квартирантов никак, да. Ну я представляю, как надо жить. Я в свое время, когда здоровье было, полхаты поделил, короче, ну, под квартирантов сделал. И теперь моя хата меня кормит. Вот что и заебись. Только знаешь, что не заебись? Постоянно ты живешь с чужими людьми через стенку, блядь. И постоянно вот это, блядь,
Насчет денег постоянно хули там, блядь. Блин, нормальный. Не хули, хотят, не хотят, хули. Сука, платить. Кошмар. Да, и вот это война, постоянно война, блядь. Ну а мне что, блядь, ну по ухаты, блядь, стоит, да еще просто так будет стоять. Mm-hmm. По-любому надо держать. Семейных не беру, потому что там дети, хуети, блядь. Это пиздец. Как можешь, так и выживаешь, понятно. Ну да. А ты как вообще двигаешься? Да, я еще работаю, подрабатываю. Я имею в виду семья там, дети там. А, ну, дети уже большие, жена, все, слава богу, хорошо. Состав есть, да? Что-что? Говорю, состав есть. Не понял. Ну, полный состав есть, как говорится. Ну, трое детей у меня, но они уже, можно сказать, самостоятельные. Поэтому почти самостоятельные. Одна уже замужем, еще одна там туда-сюда. Ну, один хрен помогаешь ему еще. Мне не, я могу помогать, мне не надо, чтобы они мне помогали, пока. А там... Не, ну, я имею в виду, ты помогаешь. Да нет, не просят никакой помощи, удивительно. Да. Я туда взял, да, кинул денег как. А то говорит, не-не-не, спасибо, не надо. Ну, если не надо, так не надо. Что такое? Люди должны как-то учиться самостоятельности, нормально. Если могут, то я счастлив. Молодцы, молодцы. Да. Я счастлив, что не могут. А Женька, нормально все, да? Да, уже. Женьке сколько? Ей 50. 50, да. 50. Ну, будет 50. 50. Ну, нормально, знаешь. Я думаю, как удивительно, то же самое, только лучше. С годами все становится вкуснее и приятнее. Ну, не так да. Бурно, конечно, не так... Но... Ну, понятно. Оно с возрастом уже... То, что будет 15, интересно, уже не интересно. Не, мне интересно. И все нормально. Знаешь, я удивляюсь, как хорошо. Все замечательно. Как там говорят, самое главное, чтобы хуй стоял, где не были, да? Да, 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 чтобы все это было, и это замечательно, знаешь, так смотришь. Хорошо жить, и зачем воевать? Если, я понимаю, что у кого что-то не хватает, а когда вот так есть, я все хорошо, зачем? А мне вот, знаешь, что не хватает? Mm-hmm. Живого общения. Я мамку похоронил, 4,5 года она лежащая была. И один остался. Ну ты же верующий, есть чаты верующие, хочешь, зайдешь, пообщаешься. Да там, нет. Со всего мира там есть. Нахуя эти? Мне нет? Чаты хуяты? У меня корефан есть. Он меня поддерживает морально. Ну это один корефан, а это разные люди. И физически поддерживают. Да. Ну нормально. Но вот один... я когда в кардиологии лежал, он... Приехал, меня забрал, все нормально. Ну, как бы это, поддерживает. И мамку мою вытаскивал. У меня мамка была 120 килограмм. Угу. А тут у меня, короче, проход узкий, блядь. Надо было на мягких носилках выносить. А этот приезжает на скорой. Говорит, я, говорит, не носить. Да, да, есть такое. Да. Я Шкинту звоню. Все, он никогда не отказывался, всегда помогал. Молодец. Да. Мы с ним уже дружим больше 15 лет. Нормально. Хорошо, когда есть такой человек под боком, нормальный. Да, но знаешь что, у него как бы своя жизнь, у меня своя. Ну, я один, блядь, скучно, блядь. Вот что. Ну, видишь, еще вот рулетка есть, можно же пообщаться где-то там. А жизни по жизни, да. Да,
Но только не с хохлами, да. А что такое? Что тебе не нравится? Что не нравится? Ну там сразу срач, блядь. И я хуёвый, блядь. И Крым нахуя отжали. Не, ну разные люди есть. Есть упоротые, есть кто-то обошляет им, чтобы они создавали атмосферу какую-то гнилую. Ну вот это есть... срач, короче. А. Ну просто ту же кнопку нажал, пошел дальше. Я это, в могилке, говорит, уже предоставлены там все дела. Не, я бывает, тоже, бывает. Я тоже такой, смотря на кого попадешь. Не я... бывает, а постоянно. Постоянно, да. Ну, я не знаю, не знаю. Бывает, конечно. Вечер какой-то не удался. Бывает. А так пообщаться, я вот сегодня нормально у меня, слава богу. Да. Короче. А с таким мужиком еще не пообщаться, нормально. Видишь? Ну, люди как люди, понимаешь, кто какую музыку слушает, образно говоря. Не, ну там хоть с какой музыки не заходи, там будешь хуёво, блин, постоянно. Ну, есть такое, есть. Так, жентосовскую эту нальём. Женька, друг, вот, она уже, да. А это только не бухая сильно, да. Ты уже закончил? Мы с ним раздавили пузырь, короче. Ты только не бухай. Еще вдогонку еще взял, говорит, только не бухай. Только не бухай, нормально. Сильно, сильно. Да, да. Ну ладно, давай, не пойду я спать, уже поздно. Хочется. Сейчас, сейчас. Давай, приятно было пообщаться, кстати, с тобой. Всегда бы были такие собеседники хорошие. Ну, разные люди, это жизнь, жизнь она такая. Да. А сейчас с хуёвым начнём общаться. Пробуй, пробуй, находи давай, братуш, контакты, да, давай, пока. Все, ребята, давай, заканчиваем это дело.